Subaru LeVorg признали самым безопасным японским автомобилем. Универсал удостоился наивысшего балла от GNCAP – японская программа по оценке безопасности автомобилей. Subaru LeVorg заслужил максимальные 5 звезд по протоколу 2020 года. Претендовать на такую отметку могут только транспортные средства, получившие оценку А по результатам краш-тестов и работе систем превентивной безопасности. Пятидверки поставили 186,91 балла из 190 возможных. Это самый высокий результат среди всех легковушек, протестированных в 2020 году. В рамках испытаний GNCAP проводит два фронтальных удара на скорости 64 км в час, а 40% деформируемое перекрытие, а также на скорости 55 км в час, о недеформируемый барьер. Кроме того, проводится боковой краш-тест, стендовые испытания кресел, имитация удара сзади, тест на травмобезопасность передка и при наезде на пешехода, проверки систем превентивной безопасности, комплекса вызова экстренных оперативных служб и так далее. В опубликованном видеоролике можно увидеть, как LeVorg без труда справился со всеми видами препятствий. Статичная и движущаяся машина, резко вышедший из-за других транспортных средств пешеход, в том числе в ночное время. Автомобиль не допустил ни одного столкновения. Все комплектации оснащаются подушкой безопасности пешеходов. Она выстреливает из-под капота и накрывает стойки крыши. Напомним, универсал Subaru LeVorg второго поколения продается в Японии с октября 2020 года. Он оснащается только оппозитным бензиновым турбомотором рабочим объемом 1,8 литра с непосредственным впрыском топлива. Его мощность составляет 177 лошадиных сил, а крутящий момент 300 ньютон-метров. Двигатель имеет индекс CB18 и сочетается с бесступенчатым вариатором Artronic. Привод полный с муфтой подключения задней оси. Цены на автомобиль в Японии начинаются от 3 102 000 йен. Это около 2 миллионов 90 тысяч рублей по текущему курсу. В России модель не продается. Напомним, Subaru LeVorg носит титул «Автомобиль года в Японии 2020-2021». 5 звезд GNCAP также получили Toyota Harrier, Nissan Dayz, Toyota Yaris и Honda Fit.